Сегодняшний влог я начинаю с бала хризантем. Сегодня выходной день, погода просто супер. Мы приехали в парк Фельдмана, бросили машину очень далеко, потому что людей просто нереально много. Очень много туристов, автобусов, машин, парковки все заняты, поэтому мы идем по лесу и надеемся, что мы в этом году увидим какие-нибудь новые композиции. Да. Первая композиция – это такой вот огромный цветок. Пахнут цветы? Пойдем дальше. Вторая композиция – глобус. Все, будем отдыхать? Нет. Давай, классно, сейчас попрыгаем. Ты знаешь, что это за композиция? Нет. Это жар-птица. Ты видишь? Это у нее хвост такой из цветов. Да, друзья, чтобы посмотреть какую-то композицию, нужно просто выстаивать очередь. Леопард! Леопард? Пойдем сходим. Смотрите, клумбы все из хризантем. Цветов очень много. Разных цветов, красивые такие. Опять мы сюда пришли. Смотрите, какой тут есть огромный букет. Такой букет и домой не донесешь. Да, он тяжелый. Черепашки под зонтиком. Ярослава, какая тебе композиция понравилась больше всего? Черепахи. И все? Нет, еще все другие, они очень красивые. Мне они тоже понравились. А ты не помнишь, в том году они были под зонтом или просто? Просто, по-моему, были. Зонта не было, да? Нет. Ой, смотри, какие цветочки, пойдем посмотрим. Вау, давай. Что это такое? Красота, они еще и светятся, видишь? Смотри, они сделаны из материи, видишь? А ножка тоже из материи? Да. На проволоке и обшиты. Смотри, какой большой позади тебя, он больше тебя. А, это даже с бабочкой. Не, вот этот, видишь? Больше. Больше, да. Клумбы из цветов. Здесь украсили все красиво. Что? Батут? Тебе нельзя прыгать, ты забыла. Спинка у кого болит? Сори, но придется подождать. Еще одна композиция. Красивая очень, да? Какой ты милый! Ты видишь, Ярослава, у него даже бантик на голове, ну резиночка точнее. Он хочет до нас! Хочешь к нам? А там вверху. А вверху кошечка спит. Мяу! Пошли, пусть куплю.
Мы немного погуляли в парке, а теперь приехали в торговый центр, потому что нам нужно купить котику покупки и еще нам, Ярославе, в общем, нужно скупиться. Что ты хочешь взять? Я хочу взять вот такую штучку. Это очень прикольная штука. На нее ложишь тарелочку, и он не растягивает по всему полу. Он просто на этом есть. Потом его можно просто сполоснуть и все. Чтобы он не грязнел всю комнату. Понятно. Пойдем посмотрим домики, а потом нам нужно ему взять витаминки, нужно взять траву. Хорошо. Ой, какое здесь все мягенькое, какие пледики мягкие. Это вообще для огромной собаки. Ну, конечно, да, это для большой. И мы сюда поместимся. Вот, смотри, какие. Ай, какая красота, какое мягкое. Какой? Вот эти прикольные домики. Да, вот смотри, нравится? Наверху с ушками вообще. Не, с ушками мне как-то не, не нравится. Не нравится? Мне нравится вот такой. Вот он, да, смешной такой. Мне нравится вот такой. А вот смотри, маленький, это как для маленького котенка, да? Ну ему такой подойдет, а может быть и для меня. А я еще тебе хотела показать кое-что. О, это тоже интересное, видишь? Прям мягко. Мягко-мягко. Хочется там полежать. А вот, сейчас я сниму. Смотри, какие. А ну. Это, по-моему, для... Не, для котиков. Ну, на ботинок похоже. На ботинок похоже, да. Так что, все-таки будем покупать домик коту? Да. Ты уверена? Да. Ладно, выбирай. А нет, все-таки возьму вот этот. Этот? Да. А может быть, вот этот вот таким домиком? Нет, ну он не такой красивый и не так будет хорошо видно котика. Мы все-таки взяли коту вот такую вот травку и взяли витамины. Травку мы будем сами выращивать. Она дня через три уже вырастет. Угу. Пойдем теперь еще игрушку купим. Пойдешь. Я предлагаю взять ему какой-нибудь туннель. Потому что ему нравится наш туннель, он маленький. Давай что-нибудь выберем поинтересней. Так, такая у нас штучка есть, где нужно мышку гонять. Смотри, есть вот такой вот туннель. Видишь, кот выглядывает с него. С ответвлениями он. Есть вот такой. Мы все-таки взяли вот этот вот туннель, потому что он поинтересней. Пойдем на кассе оставим и сходим на второй этаж. Пойдем. Ты не была здесь еще на втором этаже ни разу? Видишь, какие домики игровые? Тут еще третий этаж есть. Да. Видела, какой домик? Для кота, смотри. Целое царство. Пойдем, пойдем. Там животные даже есть, там очень красиво. Да? Да. Тут животные продаются. Смотри, какой поезд деревянный, Ярослава, видела? Кролик спит. Здесь тоже всякие мышки живут, хомячки. Смотри, какой сидит ясь. Это шиншилла, да. А кто здесь у нас живет? Давай посмотрим. Я не вижу никого. А вот он сидит. А, здесь спунс. Да. Он просто там спит. А тут? А здесь попугаи. Ой, еще один попугай. Здесь тоже попугай, да. Здесь птички, попугайчики. Нет, это просто клетки. А нет, там кто-то есть. Попугай, видишь, разговаривает, что-то нервничает.
Пойдем еще на ту сторону. Пойдем. Что ты говоришь? Мы не купим никакую маленькую рыбку. Для котика? Нет. Чтобы он ее скушал? Нет. Я думаю, пока у нас котик, мы точно рыбку никакую не купим. Какая красивая. Я себя увидела черепах. Грелится, видишь? Пойдем, я тебе автомобиль покажу. Тут кто живет? Кто здесь живет? Здесь никто не живет, он просто стоит. Живет? А, да, птичка какая-то живет. Птичка? Да, но я ее не вижу, которая купается. У нее даже бассейн есть внизу машины. Нет, Ярослава, смотри, кто? Птичка, говорю. Как называется, енот. Забыла? Ой. Не енот. Ну, давай вспоминай, кто это. Геккон. Точно. Вот это да, место ему. Котику уже скупились, а теперь идем дальше. Покупать и разбирать новый пенал. Вот пеналы, да? Нам нужен такой же большой, как у тебя, просто другой, новенький. Антистресс. Пенал мы не купили, ребята, потому что такого, как нам нужно, там не было. Другие нам не подходят. А теперь мы едем в спортивный магазин, чтобы купить обруч. Да. Где они находятся, я не знаю, пойдем искать. Вот они, Ясь. Да. Сейчас будем смотреть, какие здесь есть. Прям как раз они металл. Тяжелый он, нет? Да, он тяжеловатый. А ну. Ну да, тяжеленький. Если взять вот это, посмотри. Давай посмотрим, может быть, еще какие-то есть. Возьми, вот это, смотри. Но они одинаковые, все здесь они одинаковые. Но это для меня слишком огромный. Ой, он огромный, да, ты его не сможешь крутить. И он еще с такими массажерчиками какими-то. А вот смотри, мам, это какой-то обруч. Да, кстати, это тоже, да, обруч, он собирается. Он большой, мам, он большой. Может быть, здесь есть какие-то разные размеры, нам нужен консультант, чтобы мы у него узнали. Я думаю, что да. В общем, ребята, у нас, у Ярославы небольшие проблемы со спиной, поэтому нам назначили массаж, электрофорез и сказали крутить обруч, поэтому мы его и приехали покупать. Попробуешь этот покрутить? Аккуратно смотри сзади стекло. Видишь? Не получается? Сильнее раскручивай. Давай, давай, выше, выше, поднимай, выше. А, не, я могу крутить. Молодец. Берем. Мы выбрали обруч, взяли желтого цвета, потому что это единственный, который нам подходит. Ну, не цвет, а размер. А те большие, они не подходят, они слишком огромные. Но он все равно хорошо мне будет спину массаживать, потому что он, это... Тяжелый. Да, ну, потому что он тяжелый, потому что он металлический. Ярослава захотела купить себе мягенькую кофту, и она сейчас ее будет складывать сама. Я просто видела, как ее складывают. А ну-ка, дай нам мастер-класс. Ух ты! Ты знаешь, я, наверное, куплю и домой такую штуку. И ты будешь все вещи складывать, да? Давай. И свою курточку уже сложила. Есть ненужное, да? Да ладно, оставляй. А лосины не получится сложить? Не знаю. Не знаешь? Наверное, получится. Вот тебе еще лосинки. Так вот делаем. Не знаю, как сложить. Вот так и все. Готово. Молодец. А, еще можно вот пойдем на кассу. Смотри, смотри.
Вот с одной стороны. Оп. Сложи. Пойдем покупать. Умница. Все, в магазине мы тоже уже скупились. А теперь идем перекусить и попить кофе и чай. Мы уже, ребята, вернулись домой. Ярослава хотела попытаться поучиться крутить обруч, но кот ей не дает. Смотрите, что он делает. Балованный такой. Он с ним теперь играется. Дерется как настоящий мужчина. Пись, ты чего? На, держи свой туннель. Кс-кс-кс-кс-кс. Покатился туннель. Держи. Вот, смотрите, как он играется. Он прыгает в него, разгоняется, запрыгивает и едет. Эй! Он собой играется. Он... Мам, сними с этой стороны. Он игривый просто, он очень любит играться. Ну давай попробуем его в домик посадить. Давай. Как он отреагирует? Мы тебе домик купили. Будешь в нем спать? Смотри, какой мягенький. А мне нравится. Подожди, он осматривается. Ознакомливается. Его не особо видно. Он тоже серый, как и этот домик. Мягенько тебе. Смотри, какая здесь подушечка. А еще, ребята, у нас есть вот такая вот штука. Здесь у нас любит очень лежать кот. А теперь будет домик. Все, смотри, улегся, лежит. Это я тут лежу. Полинки дают. Ну не обманывай, ты ни разу там не лежала еще. Лежала Полинка и кот. Нет, я лежала. Когда? Я тут телефон и планшет смотрю. О, ты маленькая, да? Я. Ну как тебе, нравится домик твой? Не выходит за грани. Нет, вышел. Он хочет витаминку, видишь? Он учуял и хочет покушать вкусняшку. Давай ему дадим. Давай. Вот, видишь? Такие подушечки классные. А ну. Ой, там похоже на Несквик. Смотри, смотри, как он ест. Только ему много нельзя. Две штучки, да, и все. А может где-то было три? Бери. Много нельзя тебе кушать. Чуть-чуть и все. Ничего себе ты проглот. Ты что, глотаешь, не пережевываешь? Ну, давай мы ему просто три дадим и все. Конечно, и все, на сегодня достаточно. Все, на сегодня достаточно. Тебе много этого нельзя. Все, нет ничего. Мы тебе сейчас еще и травку сделаем. А знаете, почему он меня укусил? Потому что я корм убрала. Конечно. Он смеет, что на корм. Здесь у нас вот такие вот семечки. Нам нужно их залить водичкой, потом через 5 минут слить воду, закрыть крышкой и оставить ждать, пока прорастет трава. Сейчас мы это и сделаем. Да. Травки еще нет, она еще не выросла. Смотрите, мы налили сюда водичку. Сейчас 5 минут постоят эти зернышки с водой, потом мы сольем воду, накроем крышкой и оставим прорастать. Несъедобная пока, да? Ну что, попробуешь покрутить? Очень громко нашим соседям будет, да? Обруч железный, тяжелый. Молодец, давай, давай, давай. Ты, если что, пытайся его задержать, когда он падает. Учись, молодец, тебе нужно тренироваться. Вот, умница. Давай, давай, давай. Оп, схватила. Видишь, и схватила. Молодец. Я умею крутить.
чуть-чуть уже забыла. Вот, 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 молодец, молодец. Так я его умею держать. Есть, супер. Не пускай меня. Он соскучился, долго не было нас, ему хочется теперь играться. Опять, видите, в туннель. И обратно, туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Ему вот так вам нравится. Смотрите, как он сидит на задних лапках. Это просто чудо какое-то. Посмотрите, как он сидит. Так он со мной так лежался. Все, добыча, добыча, добыча. А, попрыгай, попрыгай. Так, охота началась. Ты сильно высоко не поднимай, он же не может так подпрыгнуть. В общем, ребята, он у нас и ходить умеет на задних лапках. Отпусти! Все, котик набегался, теперь будет отдыхать. Ну все, ребята, кажется, котику домик понравился. Он уже потихонечку начинает к нему привыкать. Вот так вот, друзья, прошел мой сегодняшний день. Пока-пока. Куда ты?